Привет, друзья! На связи с вами Маргарита Шипила. Пишу для своих партнеров разбор одной компании, которую мне регулярно предлагают. И для новичков вот пишу небольшой разбор, чтобы они примерно понимали как бы различия маркетингов. Потому что сталкиваюсь с тем, что партнеры других компаний даже до конца не понимают, с какими цифрами они работают, что чего, сколько нужно сделать, чтобы там заработать, допустим, какую-то сумму. У них есть какие-то поверхностные знания, которыми вот они, в принципе, и пытаются как бы апеллировать, когда делают бизнес-предложение. А когда начинаешь там подробно изучать цифры, то понимаешь, что в принципе там особых каких-то вкусных плюшек и нет. Конечно, в любом маркетинге можно зарабатывать, как бы в любом абсолютно маркетинге можно заработать, но условия везде разные, соответственно, и заработок везде разный. Поэтому вот пишу сейчас разбор компании для новичков и решила как бы посчитать свой маркетинг специально, вот чтобы сравнить. Ну и по ходу решила сразу ролик записать, чтобы уже это как-то зафиксировать. Возможно, кто-то посмотрит и кому-то это будет полезно. Так вот, значит, начнем с того, что ко мне сегодня опять постучался человек с этой компании. Называть, конечно же, не буду название. Я думаю, кто там работает, вы и так поймете. И вот этот человек мне стал, значит, рассказывать маркетинг своей компании. И самое главное у него, как бы, фишка, на которую он меня приглашал, это бесплатная регистрация. Вот мне, да, сетевику, и меня как бы мотивирует бесплатная как бы регистрация, вообще как бы не вариант. Человека, видимо, это цепляет, и вот он пытается, то, что его лично цепляет, он пытается и мне это рассказать. Вот, по идее-то он должен меня спросить, что мне надо, да, на что я там готова, может быть, мне эта бесплатная регистрация, она и нафиг не нужна. Может, я там хочу на несколько тысяч сразу зайти, с несколькими нулями. Но человек действует из своих побуждений, то есть делится тем, что его лично зацепило. Вот его зацепила бесплатная регистрация. Ну хорошо, бесплатная регистрация. Давайте разбираться, что там при этой бесплатной регистрации, что затем следует. А за бесплатную регистрацию следует что? То, что человек, новичок, должен сделать активацию бизнеса. То есть речь не идет про клиентов, речь идет про бизнес-партнеров. Поэтому бизнес-партнер, он должен сделать активацию, то есть подтвердить свою активность. И активность у них там на 50 баллов как минимум. В рублях это в районе 4000 рублей. То есть по сути каждый новичок, который приходит, он оплачивает вход на 4000 рублей. Ну хорошо, оплатил на 4000 рублей. Дальше что? И вот с этих 4000 рублей спонсор получает 700 рублей как бы реферальных. Вот у них так получается. То есть 700 рублей реферальных. Это линейный маркетинг. Но в сетевом же самые большие деньги идут не от линейного маркетинга, а от глубины. Поэтому я сравнила глубину вот в этой компании, которую мне человек предлагал, со своей глубиной, посмотрела по цифрам, какая там существует разница. Значит, в той компании, которую мне предлагал человек, при структуре в 625 человек прибыль от сети 200 тысяч рублей. То есть мы сейчас не говорим про линейный маркетинг, это понятно, что линейный маркетинг – это рефералка, пригласил, получил, это все ясно. У нас тоже такое есть, как бы, да, вот. Но суть-то вся не в линейке, потому что
Линейка – это просто быстрые вот деньги на, как говорится, на хлеб. А на хлеб с маслом, с икрой уже надо выстраивать глубину. Глубину. Там большие деньги. Там недвижимость в глубине, там и путешествия, и хорошее образование для детей, и там что еще? Ну, ипотеку, может, кому-то надо заплатить и так далее. То есть вот именно эти деньги, они находятся в глубине. Поэтому, сравнив глубину вот этой компании со своей, я сделала, ну, такое небольшое сравнение. Значит, в этой компании при структуре 625 человек прибыль от сети получается у человека 200 тысяч рублей. Точно так же я посмотрела, сколько у нас глубина. И вот здесь вот я нарисовала небольшую схемку лично для себя. Вот. Видно, что 512 человек, вот 512 человек, дает прибыль 193 536 тысяч долларов. В рублях это 13 миллионов рублей. При структуре в 512 человек. При структуре там, допустим, в той компании при структуре 3125 человек, прибыль от сети более 500 тысяч рублей. Там даются два путешествия и автомобиль в подарок. Ну, как бы классно, да, путешествие, автомобиль. Но наличкой там получается 500 тысяч рублей, вернее, от 500 тысяч рублей при структуре 3125 человек. У нас при структуре 3000, там сколько, 267 человек. Тут будут доходы, ну, вот видите, да, вот 4000, вот 6 миллионов долларов. Долларов, друзья. Чуть-чуть меньше, чем 3000, да, 120, чуть-чуть больше, вернее, чем 3125, как в той компании, но 4000, грубо говоря. Но доход уже 6 миллионов. Ну хорошо, допустим, там сбросим, не 4 тысячи возьмем, а вот как-то в той компании для сравнения 3 тысячи. Ну доход будет не 6 миллионов, а допустим, ну 4 миллиона долларов. Как бы чуть-чуть меньше. Но тем не менее, то есть я что хотела вообще сказать, что люди, которые приходят в сетевой, да, в маркетинг какой-то компании, они вообще не умеют просчитывать цифры. Вообще не умеют. Им вот, как спонсоры там расписали красиво, да, там, чем-то их увлекли, вот той же бесплатной регистрацией, там, еще чем-то. И вот они начинают вот это задвигать. Ну, блин, я не знаю. Ну, что мне эта бесплатная регистрация даст? Я пришла в интернет зарабатывать деньги. Мне эта бесплатная регистрация, она вообще не упала. Я понимаю, что этой бесплатной регистрации можно там какого-то, не, ну, как сказать, молодого зеленого новичка замотивировать. Но тот человек, который идет на деньги, тем более идет на большие деньги, ему эта бесплатная регистрация вообще никак, никаким боком. Люди заходят на приличные суммы, заходят люди для того, чтобы сэкономить время. Понятное дело, вот у нас есть тоже маркетинг, Тренар. Здесь быстрые деньги. Пригласил, получил, пригласил, получил, пригласил, получил. Вот. Понятно, что двигаясь по вот этому маркетингу, как бы, если человек там заходит самого, ну, самого минимального уровня, он, конечно же, затратит на прохождение по маркетингу, ну, порядочное количество времени. Но тем не менее, он все равно будет с прибылью, которая будет у него сразу. Вот пригласил, получил. Сразу. Но те люди, которые не хотят как бы тратить время на вот такое долго, они заходят на большие входы для того, чтобы сэкономить. Поэтому даже взять вот наш вот бинар, даже пригласив 8 человек в бинар, да, потому что эти люди встанут сразу и в бинар, и в тренар вот сюда. Но если мы ориентируемся на бинар, то пригласив 8 человек, мы уже зарабатываем 1512 долларов.
с 8 человеками. А если у нас еще линия выстраивается, 64 человека, наша прибыль уже получается 12 тысяч долларов. Поэтому я не знаю, конечно, ну, я еще раз повторю, зарабатывать можно везде, абсолютно везде. Это я уже точно знаю. Ну, кроме, не советую заходить в финансовые пирамиды. А в таких, в нормальных компаниях заработать можно везде. Ну, я говорю, есть только различия. Сколько чего надо сделать и сколько это займет у вас времени. Сегодня даже уже речь не стоит о том, какой вход. Вообще не стоит, потому что время настолько сжалось, что люди не хотят вообще тратить время на прохождение вот по маркетингу. Ну, не все, а некоторые. Поэтому они сразу заходят, там, допустим, на крупный вход, но они убивают сразу несколько зайцев. Но даже если те, которые заходят на минимальный вход, они тем не менее двигаются потихонечку и зарабатывают денежки. Это тоже нормально. Поэтому, не знаю, вот когда мне сегодня человек опять в очередной раз начал мне расписывать преимущества своего маркетинга, я уже прям села, видите, вот даже расписала все на бумажке. И специально решила своим новичкам, своим партнерам, как бы тоже это показать, чтобы они тоже понимали, с чем имеют дело. Потому что новичков особенно легко как бы с пути истинного сбить, потому что они, им там начинают рассказывать какие-то байки про бесплатные регистрации, хотя за этой бесплатной регистрацией идет активация. И еще, если это товарная компания, то у нее есть ежемесячное ЛТО, если человек приходит на бизнес. То есть, если у нас единоразовый вход, мы заплатили один раз и дальше только зарабатываем, то если в товарной компании, то там еще и ЛТО есть. То есть, еще нужно каждый месяц и денежку тратить. Пока, допустим, ты не выстроил глубину, которая тебе будет пассив приносить, то ты из своего кармана, со своего бюджета будешь доставать эти денежки. Поэтому многие новички не выдерживают такой нагрузки финансовой, ну и уходят. Поэтому вот такое коротенькое видео сегодня решила записать по поводу цифр. Если у кого-то остались вопросы, это я к своим новичкам, партнерам обращаюсь, обязательно в чате пишите, какие у вас остались вопросы. Ну а те, кто увидел здесь большие деньги за минимальные действия, как у нас, вот пожалуйста, то, пожалуйста, приглашаю в команду зарабатывать много, быстро и продуктивно для того, чтобы исполнять свои мечты. Всем желаю добра, здоровья и процветания. Всем пока!